Брак в Кане Галилейской, пир в Кане, картина Иеронима Босха, традиционно достаточно уверенно приписываемая ему, создана между 1475 и 1480 годами. Существует несколько других версий этой картины, однако все они были созданы уже после смерти Босха и отношения к нему не имеют. Только вариант из Роттердама считается оригиналом. По данным дендрохронологического анализа, картина появилась уже после 1550, а то и 1565 года, что вызывает сомнения в том, что ее написал Босх. Существует также эскиз картины, приписываемый Босху. Традиционно данную картину относят к раннему периоду творчества художника. Связывают с женитьбой Иеронима Босха на Алейд Гайартс вандер Мервен и полагают, что в ней отражено размышление художника о таинстве брака, которое воспринималось христианами как момент принятия благодати. Вероятно, такая картина работы Босха действительно существовала, и настоящее полотно лишь ее мастерская копия. Работа плохо сохранилась. Картина была закрашена каким-то другим изображением и долго находилась в коллекции Питера Пауля Рубенса в Антверпене. Она была подпорчена, сверху были сделаны ступенчатые надрезы, только потом рисунок сверху был удален. Собаку дорисовали в XVIII веке. В 1873 году она была куплена британским художником, затем находилась в разных коллекциях в Лондоне и Берлине, и в 1935 году попала, наконец, в музей Бойманса. Это очередной сюжет из Евангелия. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как недоставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему: «Вина нет у них». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водой», и наполнили их доверха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошего вина, а когда гости напьются, худшего, а ты хорошее вино сберег доселе». Иоанн, глава 2, стих 1, 3, 6, 10. Этот библейский сюжет и запечатлел художник. Своим присутствием на свадьбе в Кане Галилейской Христос благословил, осветил брак и совершил на нем чудо превращения воды в вино. Сложная структура брака в Кане, изобилующая, не совсем понятна современному человеку. В браке в Кане Босх отходит от традиции. Изображенная здесь сцена проникнута тревожным напряжением. Детали и фигуры нетрадиционны для иконографии этого сюжета. Кажется, что загадочный маленький персонаж в венке, стоящий спиной к зрителю, приступает к какой-то странной церемонии. Некоторые исследователи считают, что это распорядитель пира, а фигура его уменьшена, чтобы не загораживать изображение жениха и невесты. По средневековой традиции особые праздники отмечались особым угощением. Двое слуг несут главные блюда – голову кабана и лебедя. Человек у буфета с палочкой в руках казался магом или алхимиком, творящим свои чудеса в противовес истинным чудесам Христа. Он помогает нести блюдо, жареный лебедь на котором изрыгает пламя, поражающее слугу. Кто-то подсматривает из сада. Сова выглядывает из-за колонны, а стоявший на ней мраморный человек оживает и прячется в нишу, спасаясь от стрел своего брата. Эти оживающие скульптуры на копителях колонн одни считают демонами, другие видят в фигуре обычное изображение Амура. Несомненно, эти и другие не совсем понятные персонажи, введенными в композицию, наделены важным смыслом, но он ускользает от нас. За накрытыми столами торжественно восседают гости. Служитель наполняет водой последние 6 кувшинов. Слуга справа подставил рот под текущую сверху струйку из опрокинутого кувшинчика. Христос, как и Богородица, почти не выделяется среди других гостей. Он сидит один на почетном месте под балдахином с кобелем, при полном равнодушии присутствующих. Художник изображает таинство брака и его телесную подоплю. На переднем плане картины собачки, знак верности в браке. На помосте сидит ухмыляющийся шут с волынкой. Волынка имеет любовный смысл. Круглый мешок указывает на женщину, язычковая трубка на мужчину. Некоторые особенности стиля позволяют определить, что собаки на переднем плане и, возможно, музыкант и амур были дописаны позднее. В задней части сводчатый зал, что-то вроде буфета или кухни.